Концерт под окнами дома – такое необычное поздравление для ветерана войны сделали мурманские артисты и депутаты горсовета. Заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белашеев вместе с музыкантами из ДК «Первомайский» поздравили ветерана Великой Отечественной войны, которая имеет медаль «Партизанская слава». Для Тамары Ивановны Чеберовой они исполнили песни военных лет. Импровизированный концерт устроили прямо под окнами дома, где живет ветеран, ведь в период пандемии ей опасно выходить на улицу. Кроме того, гости вручили женщине цветы и памятные подарки. Как шли тропою партизаны,